спасибо большое росгвардейцам за оперативную работу и за то, что нашли мою дочку и привели ее ко мне. Вот мы искали 2 часа ее, а полиция где-то 1-1.5 часа, вот так, ну, час. Здесь было столько машин, столько полицейских задействовано было. И все так оперативно, все подъезды, все брошенки, все-все-все. И нашли ее в том месте, где даже мы не ожидали ее увидеть. И привели, успокоили нас, поговорили с нами вежливо, все. Спасибо большое.